Глава Андрей Булгаков встретился с жителями на улице Центральной, чтобы лично оценить качество уборки снега во дворах, а также обсудить планы по комплексному благоустройству территории. Качеством работы управляющей компании жители дома номер 9 довольны. И это касается не только снега. Например, решен проблемный вопрос, сделан капитальный ремонт кровли. В планах на 2024 год капремонт подъезда и установка новых лифтов. Конкретно по уборке этой зимой вопросов нет. Дворники работают с самого утра каждый день. Входные группы и тротуары чистят в первую очередь, после дороги и детские площадки. Снег вывозят вовремя. Обсудил глава с жителями и запланировано комплексное благоустройство двора. Здесь заменят асфальтовое покрытие на дороге, обновят тротуары и детскую площадку, расширят парковочные карманы.